Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд железнодорожного района собрали 12 команд. Будущих звезд разделили на три возрастные группы: 9-12 лет, 13-15 и 16-18 лет. В составе каждой, как и принято, 5 человек. Большая часть футболистов представляла старшую возрастную группу. Среди самых маленьких было представлено всего две команды – «Зенит» и «Карат». Они-то и разыграли главный приз в финальном поединке. С минимальным счетом 1-0 победу одержали футболисты «Карата». Как признаются ребята, профессионально занимающиеся карате, свои навыки здесь не применяли, а победили за счет других качеств. Мы тасовались, и была техника получше, скорость. Ну, благодаря моим друзьям мы выиграли. Несмотря на юный возраст, ребята уже понимают, зачем нужны дворовые турниры. Мне кажется, что мы были посильнее, мы слаженно играли. Вообще такие турниры дворовые, зачем они нужны? Ну, затем, чтобы развиваться в футболу. Сплачивать игроков. Кстати, все выдающиеся игроки советского, российского и мирового футбола вышли из дворового футбола, в котором ежедневно оттачивались техника, смекалка, физическая подготовка. Победители и проигравшие этого турнира были отмечены грамотами, сладкими подарками, а футболисты карата еще и футбольным мячом. В средней возрастной группе не было равных команде «Славяне», старше сильнее оказалась команда с милым названием «Одуванчик». Им тоже вручили главный атрибут этого вида спорта. Возможно, именно с таких дворовых мини-футбольных турниров выйдут будущие Аршавин, Павлюченко и Жирковы российского футбола. Андрей Жиляев и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».